Я вот что хочу сказать. Какой это концерт? Грустный? Телевизионный? Вечер памяти? Или, может быть, радостный? Он добрый. Это самое главное. Потому что доброта в наше время, да в любое время, каждое доброе слово — это молитва. Молитва за тех, кто ушел раньше времени. Молитва для тех, кто безутешен в своем горе. Молитва для тех, кто не должен проходить безразлично мимо таланта. Молитва в добром слове и в добрых песнях. Молитва за доброго, светлого и красивого человека, которого могли бы и не знать, а знать, как видите, должны были быть. И что самое главное, мне так кажется, что ушел из жизни не только грустный человек, но молодой, красивая, она светлая, она жить хотела. Пусть грустные стихи, она сама себе очертила этот круг предназначения, но молодость она ликует и вершит. И ее песни, если и будут петь, то пусть поют и молоденькие голенастые девчонки в коротких юбках, и худеющие тетеньки в кожаных куртках. Иосиф Давыдович. И, может быть, если бы она жила, она бы написала веселый мюзикл, потому что талантливый человек талантлив во всем. Мы, собственно, для этого и собрались здесь. Не только ради светлой памяти Татьяны Снежиной, но чтобы еще и обратили внимание на тех, кто жив. Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых. Их очень много таких, молодых, красивых и талантливых. Пусть они живут, принося радость. И сегодня в моем репертуаре только одна песня. Еще несколько будут, я точно знаю. Потому что на этом концерте, вот на этом вечере, ее творчество-то не заканчивается. Он для того этот вечер, чтобы оно продолжалось дальше, чтобы песни пели, чтобы обратили внимание на ее книжку стихов. А там очень много материала для многих певцов разного возраста, разного поколения. Что еще могу сказать? Не хочу я сейчас петь за упокой ее души мятежные, потому что все самое трагическое, оно, конечно же, свершилось. И это только теребить душу людей, которые дали ей жизнь. Я хочу сейчас спеть эту песню, последнюю в этом концерте, которая для меня стала первой на этот период, и спеть ее за здравие ее песен, за рождение имени, нового имени Татьяна Снежина. Теперь в толпе не узнаешь меня.
Игорь Крутой. Спасибо вам за этот вечер. К сожалению, эта кассета не бесконечна, и на ней не уместилось в полной мере все то, что я хотела рассказать в своих песнях. И все же мне было очень приятно, что меня слушали именно вы. Всего вам доброго, я с вами прощаюсь, не ругайте меня и не судите строго.